Всем привет, на связи Мабу, и вот в сегодняшнем субботнем видео мы с вами поговорим на такую тему, как же устроиться начинающему Android-разработчику, если у него нет опыта. Очень интересный вопрос. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. На самом деле в этом вопросе нет ничего сложного. И ответ довольно-таки очевиден. Но опять же есть такой подход, который позволит вам устроиться как бы условно без опыта. Условно. Опыт у вас в любом случае может быть. Сейчас я вам расскажу, как все это сделать. Итак, вот вы обучаетесь, неважно, как и где вы обучаетесь, самостоятельно, ну это долгий путь, просто самостоятельно, это 1,5-2 года обучения в любом случае. Ну, потому что вы не знаете, как обучаться и что нужно как бы обучать, что нужно изучать, а что не нужно изучать, что устарело, что не устарело. Зайдете в интернет, вы обязательно на Stack Overflow и на все остальные площадки пойдете и нахватаетесь на многих технологиях тех знаний, которые как бы они некорректно сформулированы в сети, то есть автор их некорректно написал код. Этого очень много, довольно-таки в районе 80, наверное, уже процентов. Поэтому тут очень такой двоякий подход. Ну вот смотрите, вы обучаетесь, что вы должны сделать? Вы уже на этапе обучения должны понимать, даже давайте не так, приступая к обучению, вы должны понимать, по какому из трех путей вы пойдете. Подход в целом одинаков, один и тот же, но имеются разные нюансы. Итак, вам нужно понимать, по какому вы подходу пойдете. Что это за пути? Во-первых, это либо трудоустройство в компанию, либо работа с заказчиками, то есть разработка на заказ, неважно где, напрямую с заказчиками, либо работа на фрилансе. И третий вариант — это создание своих собственных проектов. Итак, идем по первому пути, трудоустройство. Ну, в принципе, тут, когда вы определились с направлением, следующим шагом должен быть анализ. То есть вы должны понять, какие технологии требуются на каждом из этих путей. Если вы идете по трудоустройству, то вы должны, скажем так, понимать, просто зайти на сайт тот же headhunter.ru, отобрать вакансии Android-разработчиков, неважно, пусть они будут не junior, пусть middle, неважно. Отбираете и смотрите, какие технологии, какие знания требуются. Анализируйте все вакансии, ну, если их у вас много, там, ну, вакансии 30, проанализируйте, если меньше, то меньше. И выписывайте, какие технологии вам нужны. Все, у вас есть стек технологий, которые нужно изучать. Если вы идете по пути разработки, заказной разработки, то вы зайдите на тот же фриланс и посмотрите, какие заказы пользуются чаще всего популярностью, да, какие заказы чаще всего заказывают, да, пусть это будет интернет-магазины, либо какие-то сервисы. И также проанализируйте и поищите информацию о том, для того, чтобы реализовать такой проект, какие технологии применяются. Либо возьмите самые популярные технологии, которые должен знать Android-разработчик. И третий путь — это
разработка своего собственного продукта. Если вы идете по этому пути, я думаю, вы уже знаете, какое вам мобильное приложение хотите создать. Если нет, то загуглите, там, поищите в сети, лучше искать на англоязычном пространстве, чтобы на русскоязычном пространстве сделать что-то новое, какой-то новый продукт, нужно взять что-то существующее на англоязычном пространстве и посмотрите, какой, по вашему мнению, будет продукт пользоваться популярностью, проанализируйте свою идею. Ну, это отдельная тема для отдельного видео, обязательно я как-то сделаю видео и на эту тему, как создавать свои продукты. То есть у вас есть идея, как вы делаете свой продукт, и у вас уже есть, вы тоже подумайте, проанализируйте, какой стек технологий вам нужен для реализации этого продукта. Но я вам так скажу, что во всех из трех направлений вы будете использовать один и тот же стек технологий. То есть направление развития понятно, стек технологий понятный, и вы приступаете к изучению. Параллельно с тем, как вы изучаете это все, вы должны уже начинать свой путь к вашей будущей профессии со стороны практики. Если это трудоустройство, то проанализируя все технологии, которые необходимы, вы должны реализовывать свой первый проект, используя все, вы должны построить свой проект так, чтобы вы использовали все эти технологии, которые требуются при трудоустройстве, чтобы потом вы могли показать реализацию всех этих технологий и ваши знания. Следующий путь, если вы занимаетесь заказной разработкой, ну, собственно, вы должны начать реализовывать. Допустим, вы нашли, что самый популярный, если это заказы по созданию магазина, по созданию, допустим, для сферы салона красоты и для чего-нибудь еще. Там тоже для какой-то сервис часто заказывают. И вот вы начинаете с первого сервиса, с создания своего, скажем так, пэт-проекта, который, ну, как бы учебного проекта, вы создаете мобильное приложение для интернет-магазина. И просто начинаете реализовывать. Если, ну, собственно, у вас какая-то своя идея есть по созданию своего продукта, ну, вы просто начинаете писать свой продукт, тут ничего такого нет. И вот параллельно с тем, как вы изучаете, вы параллельно изучили какую-то часть, да, ну, вы, скорее всего, будет так построено, вы изучите основы языка Kotlin, пока проект никакой не будете писать, изучите основы Android, проект пока не будете писать, изучите библиотеку Material Design, тут уже начнете делать внешний вид, далее изучите базу данных, сделайте connections, да, то есть связь с базой данных, и далее, по мере усложнения материала, который у вас уже есть план развития, что нужно изучать, вы будете потихонечку, каждый шаг за шагом что-то внедрять, ваш первый пэт-проект. И вот вы обучаетесь, допустим, делали один пэт-проект, и вы как бы все уже изучили, вы все знаете, у вас есть уже один пэт-проект, но у вас уже есть стек технологий, стек знаний, которые вы, ну, как бы вы обладаете этим стеком технологий. Эти стек технологий нужно закрепить, и закрепляется он на создании второго пэт-проекта. Создаете второй пэт-проект, используя все эти актуальные технологии, и полностью закрепляете все эти знания. И что мы видим на выходе? На выходе у вас есть владение технологиями, не просто знания, а владение, так как вы на двух проектах закрепили это все на опыте, и у вас есть два пэт-проекта. И теперь, внимание, никогда не говорите, что эти два ваших пэт-проекта – это учебные проекты, это рабочие проекты. Их нужно сделать как можно сильнее похожие на коммерческие проекты. Если вы собираетесь там, неважно, трудоустроиться, искать заказы на фрилансе или напрямую с заказчиками, а третий путь особо вам, кстати, не подходит сюда, но мы поговорим об этом. Третий путь, собственно, он идет особняком. Вы создаете свой продукт, то все, вам не нужен никакой второй пэт-проект, вы по факту не создавали никаких пэт-проектов. Вы, идя по третьему пути, разрабатывая свой продукт, вы можете его дальше развивать и продвигать. То есть продвигать, развивать, что-то новое добавлять. У вас по факту, ну, по третьему пути, если вы идете создание своего продукта, вы просто должны понять, как реализовать вашу идею, и реализовывать ее через изучение технологий и через применение их, и по всякому. И тут все очень просто, третий путь мы уже отсекаем. Остается два пути: разработка на заказ и трудоустройство. Если тут что нужно делать? Вот у вас два проекта, вы их закидываете на Play Market и делаете максимально так, чтобы ваше мобильное приложение скачало хотя бы 10 человек, 10-20 человек, чтобы это чуть-чуть было похоже на коммерческий проект. И далее идете уже, если вы трудоустроиться, хотите на работу, идете трудоустраиваться, на собеседование говорите, что вот вы изучали такие-такие технологии, применяли их вот на одном проекте ваш стартап, и вот второй проект ваш стартап. Вы работали официально на своем стартапе, и это можете даже указать уже в опыте. То есть вы уже не просто с проектами будете со своими, вы уже будете с опытом. И вот ваши два реально действующих проекта. Если вы идете на фриланс,
то вы что делаете? Вам нужны не просто проекты, ну, либо фриланс, либо заказная разработка. Вам нужны еще отзывы. Вам можете попросить либо своих знакомых кого-то зарегистрироваться на фрилансе. Он кинет задание, вы отзоветесь на это задание. Причем, вот смотрите, вы создавали интернет-магазин, первый проект. Он пишет, нужно создать интернет-приложение для интернет-магазина. Вы откликаетесь, он принимает вас как разработчика. Вы ждете там дня 3, в принципе, минимум. Подождать нужно, чтобы у вас был проект в работе. А потом вы бросаете ему ссылку на готовое мобильное приложение, и он как бы принимает. То есть вы этот проект учебный, который вы разработали как учебный, вы провели через биржу, допустим, тоже через биржу фриланса. Но этот подход, я рассказываю сейчас, как это делается через биржу фриланса. У вас этот проект проходит через биржу фриланса, он принимает этот проект и пишет вам отзыв. То есть у вас есть один официальный проект коммерческий, у вас есть один отзыв. Со вторым проектом делайте то же самое. После этого, если вас интересует заказная разработка, вы просто берете и оформляете себе сайт-портфолио, куда кладете эти два продукта. Ну, на бирже фриланса тоже оформляете это все в портфолио. Но это все тема для отдельного разговора. Ну, а по трудоустройству все очень просто. Вы просто приходите, опять же, на собеседование, показываете свой опыт уже действующий. И используя этот подход, вы сможете либо трудоустроиться, либо взять заказ без проблем. То есть, пройдя этот путь, вы сможете трудоустроиться, потому что большинство, кто придет на ваши конкуренты трудоустраиваться, они придут без такого коммерческого опыта. Вы будете уже с опытом. Если вы идете на заказную разработку, вы уже покажете свой опыт тоже. У вас есть подобные как бы продукты, тот же в портфолио, там, допустим, один проект по созданию приложения для магазина, второй проект для создания для приложения для сферы услуг. И придет человек, который разместит задание на той же бирже фриланса. И вы как бы отзоветесь и скажете, вот у меня уже есть подобное мобильное приложение, и делал он подобное приложение, мобильное приложение и делал. Заказчик увидит, что вы реально делали это мобильное приложение, что на Play Market работает, и скорее всего закажет у вас, нежели чем у другого фрилансера. Если мы делаем, напрямую работаем с заказчиками, там далее нужно развивать свои медиа, тот же YouTube канал, но быть публичным, чтобы человек мог вас найти, может вести блог. Тут уже нужно прокачивать себя со стороны маркетинга. Ну, собственно, суть следующая. Как трудоустроиться без опыта? Нужно сделать так, чтобы ваши учебные проекты стали вашим опытом, и чтобы вы могли максимально продемонстрировать это работодателю. Скорее всего, работодатель будет понимать, что это ваши учебные проекты, но тем не менее у вас будет то, чего не будет у ваших конкурентов. Но, а может, он не поймет, что это ваши учебные проекты, если вы классно там все подшаманите, сделаете хороший дизайн, хороший функционал и сделаете максимально похожий на коммерческий проект, на коммерческий продукт, то, возможно, и не поймет, что это ваши учебные проекты. Но в любом случае он будет видеть, что вы способный человек и можете приложить усилия, не просто тупо писать какой-то учебный код, а можете приложить усилия для того, чтобы сделать из учебного проекта максимально коммерческий продукт. А на это способны далеко не все. Очень мало людей готовы как бы докрутить свой проект до состояния коммерческого продукта. Это очень, скажем так, черта характера, которая присуща очень маленькому ограниченному количеству разработчиков. Многие делают код из серии «А, и так пойдет, и все». Но в целом это тот путь, который я вам предлагаю пройти, и он поможет вам либо трудоустроиться, либо выйти на первого заказчика. А на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.